Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность водителей за ряд грубых нарушений ПДД. К примеру, тем, кто регулярно садится за руль, не имея водительского удостоверения, будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Лишенных права управления не по алкогольной статье, например, за выезд на встречную полосу, будут отправлять за решетку на срок до 1 года, а в случае рецидива – до 2 лет. Если гражданин совершил ДТП, в котором серьезно пострадали люди, ему будет грозить до 5 лет принудительных работ. За причинение смерти по неосторожности документам предусматривается тюремный срок от 5 до 12 лет. Трасса 101. Еще один законопроект, поступивший в Нижнюю палату парламента, направлен на ужесточение контроля за водителями такси. Во-первых, в нем говорится о создании реестра таксистов и компаний-перевозчиков. Во-вторых, извозчиков хотят обязать устанавливать в автомобилях систему контроля за усталостью шофера. Таксисты, которые трудятся как самозанятые, должны будут проходить ежедневный медосмотр и регулярный технический осмотр. Наконец, если водитель авто с шашечками не оплатит 3 штрафа, от работы его отстранят. Трасса 101. Специалисты говорят о существенном увеличении на вторичном рынке автомобилей со скрученным пробегом. Сейчас доля таких машин в общей массе выставленных на продажу транспортных средств может достигать почти 40%. Также заметно выросло количество авто, находящихся в залоге у банков. В России, кстати, уже несколько лет ведутся разговоры о введении серьезной ответственности за скручивание пробега. 2 года назад обсуждался штраф до 300 тысяч рублей для частников, до 1 миллиона для организаций. Трасса 101. Совет по правам человека при президенте России высказал ряд кардинальных предложений в отношении владельцев и пользователей электрических самокатов. Правозащитники считают, что доступ к такому транспорту не должны иметь несовершеннолетние россияне. Во-вторых, речь идет об обязательном страховании средств индивидуальной мобильности по аналогии с ОСАГО. В-третьих, один из членов СПЧ настаивает на том, чтобы на прокатные электросамокаты устанавливались регистрационные знаки. Это позволит штрафовать клиентов за нарушение ПДД. Трасса 101. В конце весны этого года спрос на подержанные легковые авто в сравнении с маем 2021 снизился на 30%. Для сравнения, продажи новых автомобилей рухнули на 80% с лишним. По информации агентства «Автостат», наиболее востребованными на вторичном рынке остаются «Лады». Среди иномарок лидирует «Тойота». В пятерку самых покупаемых машин входят также «Хёнде», «Кия» и «Ниссан». Трасса 101. И в завершении новость от нашего партнера. С 30 мая по 30 июня на АЗС движение при покупке от 20 литров бензина «Ультра-92» через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».